Приветствую, друзья! Сейчас я в этом коротком видео расскажу, что такое компания Agile Tour System, что она предлагает, сколько здесь можно заработать и что здесь нужно делать. Если вы смотрите это видео, значит, скорее всего, к вам уже обратился человек, партнер нашей компании и сделал вам бизнес-предложение. Если вы готовы что-то менять в своей жизни, увеличить финансовый поток в свою жизнь, то смотрите внимательно это видео. Скажу очень коротко, без каких-то лишних подробностей, без воды. Озвучу просто цифры, сколько чего надо сделать. Вы просто сами для себя уже делаете выводы. Готовы вы за такие деньги трудиться в нашей команде или нет? И если у вас есть желание, обращайтесь к тому человеку, который показал вам этот ролик. Задавайте вопросы, мы добавим вас в наши чаты рабочие и будем вместе исполнять наши все общие мечты. Компания GL появилась в интернете в декабре 2018 года. Администрация компании Елена Кононова, Галина Платонова, сетевики с большим опытом, отработали в других сетевых компаниях порядочное количество времени. В итоге выросли из тех компаний и решили, что не хотят упираться в потолок, решили создать свою компанию для того, чтобы уже здесь сделать все так, как они хотят, как они видят вообще бизнес в интернете сетевой. И вот была создана вот эта компания Agile Tour System. Что она предлагает? Здесь есть шикарное обучение, обучающая программа, которую ведет Александр Корнеев. Человек тоже с большим опытом и с сетевым, и с чисто научной точки зрения. Он собрал большую базу знаний духовных по трансформации жизни, по энергетике человека. Ну, короче говоря, дается вот это обучение, когда человек развивается во всех сферах жизни. У нас 9 сфер жизни, если кто еще не знает. И вот когда в какой-то из сфер происходит сбой, допустим, нет денег, или здоровье плохое, или отношения плохие с близкими, или с родителями не ладится, то человек не чувствует себя счастливым, ну, полностью, да? У него происходит дисбаланс. И вот такое обучение, которое создал Александр Корнеев, вот эту программу, она помогает человеку сбалансировать все вот эти сферы жизни. И с родителями наладить отношения, и там с близкими, с детьми, с мужем, с женой, даже с коллегами на работе. Ну, короче говоря, со всеми людьми, которые нас окружают. Помогает понять вообще жизнь, помогает понять, что жизнь надо принимать такой, какая она есть. Когда человек проходит это обучение, у него жизнь просто меняется кардинально, с минуса на плюс. На своих экранах, вот вы здесь видите небольшие отзывы, это тот мизер, который смог поместиться просто на этот слайд. Вообще этих отзывов людей, которые уже проходят обучение, их гораздо-гораздо больше. И вот компания как раз и предлагает людям прийти, получить вот эти знания, если они им нужны, конечно. Если у них все хорошо в жизни, все налажено, все отлично, все прекрасно, все в шоколаде, можно, в принципе, эти знания и не получать. Можно просто прийти сюда и зарабатывать. А если все-таки хочется как-то навести гармонию, то не помешает пройти вот эти обучающие курсы. Возможно, каждый для себя что-то услышит новое, то, что он, в принципе, догадывался, но не придавал этому значения. Наряду с вот этой обучающей программой компания дает возможность хорошо заработать. То есть это партнерский бизнес. Здесь можно зарабатывать только в том случае, если человек активно строит свою команду. То есть это партнерский бизнес. Мы в своей жизни всегда кому-то что-то рекомендуем. Либо посмотреть фильм, либо сходить в магазин какой-то, где есть скидки, либо в парикмахерскую сходить, который предлагает тоже какие-нибудь бонусы. Я, допустим, хожу в спорткомплекс, который точно так же предлагает мне привести друга и получить скидку. То есть мы в своей жизни каждый день кому-то что-то рекомендуем. И вот если прийти на территорию осознанного развития, компанию Agile Tour System,
обучаться и заниматься рекомендациями этой системы, то можно очень хорошо зарабатывать. На своих экранах вот здесь вы видите суммы. Если вы будете рекомендовать своему окружению, вы будете зарабатывать вот такие деньги. Деньги неплохие. Активно потрудившись некоторое время, можно заработать столько, сколько мы не зарабатываем за всю свою сознательную жизнь на обычной работе. В сетевом бизнесе, кстати говоря, очень много денег. Просто не все об этом знают, не все в это верят. Люди обжигались где-то, у них что-то не получалось, они разочаровывались. Но тем не менее, сетевой работает уже много лет. Сетевые компании развиваются и продолжают развиваться. И несмотря на опыт, который получают люди, сетевой бизнес существовал, существует и будет существовать. Поэтому, чтобы здесь зарабатывать, здесь надо просто научиться правильно зарабатывать. Вот как раз обучение турсистам и дает вот это обучение для того, чтобы человек понял жизнь, как правильно вообще вести себя в тех или иных ситуациях, для того, чтобы в его жизнь стали приходить более счастливые события. А здесь на своем экране вы сейчас видите более подробную такую картинку, как можно вообще работать и что нужно делать. В маркетинге существуют две бизнес-модели – тренар и бинар. Вот сейчас мы с вами разберем коротко тренар. Тренар – это такая финансовая модель, когда вы приглашаете к себе в команду партнеров, они регистрируются, у вас есть в тренаре пустые ячейки, туда люди встают, и вы получаете либо 10%, либо 90%, в зависимости от того, куда человек встал. Вы можете пригласить 3 человека и на этом остановиться, в дальнейшем только помочь своим личникам повторить вас, а можете дальше продолжать работать, потому что тем самым вы увеличите скорость и увеличите свой доход. Существует 7 модулей, 7 одинаковых вот таких тренаров. Каждый тренар упакован обучение. То есть в первый модуль упаковано такое обучение, во второй упаковано более продвинутое, в третий еще продвинутее и так далее. И вот в каждом модуле упакована вот эта обучающая программа. Первые 2 тренара человек обучается самостоятельно, открывает задания, делает их, практикуется. В третьем модуле человек уже может посещать живые вебинары с Александром Корнеевым и напрямую может задавать ему вопросы. Если человек с трудом может сам себя дисциплинировать, чтобы обучаться, то он может вполне присоединиться к вот этим живым вебинарам, приобретя 3 модуля, и приходить на вот эти онлайн-занятия. Обучаясь и рекомендуя, еще раз напомню, вы можете зарабатывать вот такие суммы. Система построена таким образом, что после тренара у вас обязательно будет бинар. То есть система работает автоматически. Невозможно работать в тренаре, игнорируя бинар. И невозможно приглашать в бинар, чтобы у вас не прокачивался тренар. Так вот, когда вы приглашаете в тренар, после 3-го модуля система вас автоматом передвинет в бинар. Бинар представляет из себя структуру, которая расширяется в глубину. То есть вы будете получать не с 2 линий, как в тренаре, а вы будете получать с бесконечной глубины. Вот сколько вниз выстроится глубины, это все ваш доход. В бинаре существует такая система, что есть левая сторона, есть правая. Когда с 2 сторон появляются 2 заполненные ячейки, происходит закрытие бинарной пары, и вы получаете доход. И таких закрытых бинарных пар может быть большое-большое количество. И все они будут где-то у вас уже в глубине. Вы даже уже не будете знать, кто там, что там приходит, какие там команды строятся. Тем не менее, ваш бинар разделен на 2 половинки. И когда слева и справа появляются 2 заполненных ячейки, вы будете получать деньги. Каждая ячейка в бинаре стоит 1000 долларов. Но так как это довольно серьезная сумма, которую могут себе не все позволить, то администрация решила, что каждый участник может зайти в бинар и занять ячейку за 100 долларов. Допустим, здесь существует 2 варианта. Либо человек приобретает 3 места, либо 7 мест. Либо он получает доход с 3 кошельков, либо с 7 кошельков. И вот каждое место стоит 100 долларов. Но человек не всегда будет получать доход со 100 долларов. Со временем каждая его ячейка обновиться до 1000 долларов. То есть
до той суммы, которая должна стоить полноценная ячейка бинара. То есть со временем каждая ячейка у партнера станет стоить 1000 долларов. В итоге человек уже будет получать не 22% прибыли с каждой ячейки, а 1000 долларов за каждое место. Это очень высокодоходная модель, в которой можно зарабатывать неприлично, не побоюсь этого слова, неприлично большие деньги. Конечно же, все это дело произойдет со временем, не сразу. То есть вся эта структура должна у вас выстроиться. Но я считаю так, получая по 7 тысяч долларов за свой семиугольник, можно потрудиться некоторое время для того, чтобы получать такой доход. А теперь давайте рассмотрим, сколько вам потребуется средств для того, чтобы вообще попасть в эту систему. На этом слайде вы видите несколько вариантов входа в компанию Jeltor System. Либо вы приобретаете тест-драйв, это первый модуль, либо два модуля. Есть варианты для тех людей, которые хотят получить живые вебинары, это за 111 долларов человек приходит. Если у человека нет возможности, но он хочет быть в бинаре в самое ближайшее время, он заходит на 211 долларов. Если человек уже просчитал все цифры и понимает, что ему в бинаре надо быть еще вчера, он приобретает два варианта, либо за 811 долларов, либо за 911. Какие есть нюансы? Если вы приобретаете три модуля за 111 долларов, и занимаетесь рекомендациями, то система автоматически после закрытия третьего модуля купит вам три места в бинаре. И вы в последующем будете зарабатывать с трех кошельков. Если вы поняли систему и хотите зарабатывать с семи кошельков, то вам выгоднее зайти с четырех модулей на четыре модуля. Потому что здесь вам достаточно будет суммы для того, чтобы система могла вам активировать семь мест в бинаре. Поэтому ваш вариант – это 211 долларов. Ну а если вы приходите на бизнес, то ваш вариант – либо 811 долларов, в которые входят 3 модуля и 7 мест в бинаре, либо 4 модуля и 7 мест за 911 долларов. Вариант 911 долларов наиболее выгодный по сравнению с 811. Объясню почему. Потому что вам могут встретиться люди, которые будут иметь возможность зайти на 211, но у них не будет возможности зайти на 911. Но если вы находитесь в трех модулях, тогда вы уже не сможете пригласить людей на 211 долларов, потому что вас там уже нет. В итоге человек придет, и четвертый модуль он активирует под вышестоящим спонсором. То есть в четвертом модуле вы можете его потерять. Поэтому для того, чтобы не допускать потери своих партнеров, рекомендую заходить, если вы идете на бизнес, заходить на 911 долларов. У вас открываются все возможности для того, чтобы приглашать людей либо на тест-драйв, либо на обучение на 3 модуля, либо на обучение в 4 модуля. То есть у вас расширяются возможности. Что надо сделать для того, чтобы запустить вообще эту систему, чтобы она работала? Как минимум пригласить трех партнеров. Это партнерская программа. Здесь нет никаких инвестиций для того, чтобы сесть, сидеть, ждать чего-то. Здесь есть партнерская программа. То есть вы создаете свою команду. И как минимум вам надо пригласить три новых партнера. В итоге, пригласив три партнера, вы помогаете им продублировать вас. И ваша денежная машина начинает строиться. То есть программа минимум 3 на 3. Вы 3 пригласили, помогли своим продублировать вас и так далее. То есть это партнерская программа. Это надо понимать. Если вы готовы к такой работе и к таким деньгам, обязательно стучитесь в личку либо по контактам, которые есть под этим видео, либо обращайтесь к тому человеку, который показал вам это видео. И вы сможете зарабатывать в нашей команде именно вот такие деньги. Вот эти суммы. Зарабатывать сможете сразу, не надо ждать никаких закрытий площадок, никаких закрытий модулей. То есть пригласили человека, получили, пригласили, получили. Все, это ваш будет доход. В тренаре это на хлеб с маслом, что называется, на жизнь. В бинаре все ваши большие-большие цели. Недвижимость, обучение в институтах, автомобили, бриллианты. Если кому это надо, золото,
путешествия кругосветные и так далее. То есть заводы, пароходы, теплоходы, яхты и так далее. То есть это все находится в бинаре. Поэтому принимайте правильное решение, чтобы правильно определиться со своими целями, что вы хотите. Либо зарабатывайте небольшие суммы, либо чуть средние, либо уже по-крупному. Всем желаю добра, здоровья и процветания.